Едем в парк Белинского. Мы с внучкой приехали в парк Белинского. Будем гулять. Аттракцион номер один. Аттракцион номер один. Ракушки. Ух ты! Вон на пенечке какие цветочки растут. Смотри, какой цветочки. Там из куриной есть. Ой, какой красивый. Смотрите, какая роза. Обалдеть. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Ну, такие вот тут цветнички. Кстати, очень много пеларгонии. Кто о чем, а я о цветах. Хожу и снимаю цветы. Пеларгонии много, красная. С белой, но цветет почему-то больше белая. Ну, не очень сильно цветут. Все такие старенькие. Сразу видно, что они такие вытянутые. Холодно было, наверное. А это дерево желаний. Сюда приходят молодожены. Мужья куда залезают наверх. У всех тут разные нарядные замочки. Смотрите, какие. И раскрашенные. Есть простые. На семейное счастье. А вот там вдалеке петунии. Пойдем посмотрим, что там за петунички растут. Ну, видно сразу ампельные. Видно сразу посеяны семян недорогие. Торчат наверх. Вот она должна уже опуститься, каскадная ампельная. Везде, кстати, вот этот вот хлорофитум прям отлично в грунте растет. Вот в грунт я его ни разу не сажала, у меня такой же есть. Отличный хлорофитум. Может быть, он у меня не такой, потому что есть сорта у него тоже разные, но у меня с белой полоской такой есть. В пеларгонии, говорю, везде. То ли зацветают, то ли, не знаю, вот этот зацветет, красивый будет. Вот такая телега с петунечкой. Три горшка стоят на ней. И вот такие деревья. В корзинах растут петунии. Цвет мне такой нравится, сиреневый. В основном цветет везде розовая пеларгония. Везде. Остальные никак еще не зацветают. И везде у них хлорофитум вокруг. А здесь вот тропа здоровья, спуститься можно и пойти пешком несколько километров прогуляться. Смотрите, какие розочки летистые растут. О, огроменные. Ну прям нежная-нежная. Ну прям как зефир. А здесь у нас стоял в прошлом году планетарий. Его снесли, и точно такой же деревянный строит планетарий. Ну, наверное, точно такой же. Потому что тот был очень древний, старый-старый планетарий. А этот вот новый. Или подобие его, или точно, точно такой же будет. Смотрите, сколько петунек. И тут красота. Это вот, я так понимаю, наверное, целозия. И очитки. У меня такой есть. Вот они. Тут я так поняла, что еще не цвели эти очитки. Потому что не видно. У меня уже отцвело. Петунии. Белая, сиреневая и фиолетовая. Красота. Ну вот мы и нагулялись. Идем домой. Время провели. Вот тут у нас за забором парк юрского периода. Мы в него решили не ходить, потому что мы там уже были. Ничего интересного. Вот они, динозаврики. И то они не все работают, потому что народу очень мало. Будний день. Вот выходной день там будет интересней. Они все рычат. Они все такие автоматизированные. Интересно очень.
для детей особенно. Вот такой у нас храм величественный. Но до сих пор что-то делают. Вот там все еще часть, она не отремонтирована. Наверное, плитку укладывают вот такую. Точнее, тут не плитка, а настоящий камень. Вот эта вся площадь из настоящего камня природного. И вот такая звонница колокольни. Сейчас мы в этот храм зайдем. Ни разу я там не была. Вот такая тут парковка. Будет скоро платная, я так поняла. И вот такая площадь. На этом месте когда-то стоял старый собор, который коммунисты снесли в революции. Храм находится в центре города, около сквера Лермонтова. Вот этот сквер очень-очень старый. Тут очень-очень старые дубы растут. Я не знаю, сколько им лет, но очень старые. Дубы и липы. Тут очень много деревьев, конечно, уже поубирали, но еще остались. Но в основном, смотрю, липы растут.